Сегодня весь день я проведу за тем, что буду заряжать батареи, монтировать видео и готовиться к моей вечерней пробежке. Всем здорово, чуваки, сегодня новый день, сейчас, короче, где-то часов 8 утра или 9 уже, и я, короче, начинаю монтировать видео, которое будет выходить у нас на канале завтра. Вот, и буду сегодня весь день его монтировать. И, по сути, сегодня мы должны будем еще написать идею для видео. Но, не знаю, навряд ли сможем мы это сделать сегодня. Но очень бы этого очень сильно хотелось. Посмотрите на этот момент. Посмотрите сейчас, короче, на этот момент. Что это? Какая-то рок-группа. Странно. Что это за ев какой-то? Как ты делаешь? Ты что, развлечем соседей? Не, я говорю, сейчас посмотрю, как ты делаешь ремонт и пойду тренить. Это мой лайфхак, который я вчера узнал. Что, типа, когда долбишь что-то, надо одевать. Ну, прикольная такая стена. Очки. Так что... Блин, сейчас громко будет. Нет, наушники надеть. Макс просто решил квартиру раздолбать. Меня все достало в этой квартире. От нечего делать. Да-да. Если кто-то в будущем смотрит и ржет. О, это запах стройки. А, я только первый раз почувствовал пыль. Да. Блин, да у него получается. Да у него получается лучше меня. Давай. О, это что, тайник, что ли? Короче, с этого момента Кирилл и Макс уезжают в этот, в Лас-Вегас. Все, можно ехать домой. Можно ехать домой обратно. Раздолбали, короче, с Максом стенку. Сейчас еду домой, буду монтировать это видео. Потом поужинаю. Съем... Нет, сегодня ничего больше есть не буду. Потом пойду в колледж, после колледжа у меня будет снова тренировка. Сегодня попытаюсь пробежать 15 километров. Ну вот нафига поливать дороги? Ну они же чистые, сухие. Вот нафига их поливать? Короче, сейчас нужно будет побыстрее приехать домой, потому что, скорее всего, начнется дождь. И мне бы не хотелось вообще промокнуть. Здесь просто офигенно.
Короче, прямо сейчас отправляюсь на пробежку. В планах сегодня пробежать 15 километров. Вот запомните меня сейчас в таком виде, потому что не знаю, смогу ли я снимать что-то в дороге, потому что когда ты снимаешь что-то в дороге, тебя это отвлекает, ты отдыхаешь, восстанавливаешься, и тренировка не получается такой, как сказать, продуктивной, какой бы она должна быть, по сути, была быть. Короче, вы поняли.